Привет, друзья и гости моего канала. Мой канал «Провинциальная жизнь с Еленой». Говорят, если в доме помыты полы и пахнет супом, значит, в этом доме все хорошо. Ну, полы у нас моются регулярно, а сегодня в нашем доме будет пахнуть борщом. Сегодня на обед у моей семьи будет борщ. И варить я его буду вместе с вами. Борщ у меня будет на свиной косточке. Положила я косточку вымоченную уже в холодной воде. И часть свеклы, которая у меня пойдет в зажарку, я порезала соломкой и положила в сыром виде вместе с косточкой. Начинаем варить. Бульон уже почти сварился. Сейчас кину картошку, одну картошину целую. И начну делать зажарку. Для зажарки вот все, что нам надо. Лук, морковка, перчик. Это томат свойский, пару ложек томата, пасты томатной и заготовка для борща, которую я делала осенью. Лучок порезала мелкими кубиками, и пока лучок будет обжариваться, морковь натру на мелкой терке. На крупной я не люблю, когда морковь натертая. Морковь натерла, перчик мелко порезала. Перец я буду половину перчинки добавлять в зажарку, а половину свежим кину в бульон. В процессе варки бульона несколько раз снимала пену. Ну и та свекла, которая у меня варилась, она отдала свой вкус, свой цвет. А саму ее я вытащила, когда пену снимала, и практически вся свекла у меня оттуда ушла. Ну вот лучок чуть-чуть подрумянился, и я сейчас сюда буду ложить морковь. Лук, морковь обжарились. Я сейчас добавлю вот заправку, которую делала в баночках. Пасту пока добавлять не буду. Добавила томат. Пока обжаривается все это на медленном огне, я нашинкую капусту. Вот уже в моей зажарке отстает вот водичка от гущи. И сейчас я добавлю пол чайной ложечки сахара. Вот еще минутки две. Зажарка моя готова. Капусту нашинковала. Картошечка варится. Борщ наш готов. Вот можно садиться обедать. Яйца у нас от своих курей. Сало и сметанку домашнюю передали на гостинчик из деревни. Большое спасибо моей сестричке за гостинец. Вот к моему борщу. Сметанка, сальцо, черный хлебушек и лучок тоже свой. Вырос у нас уже в теплице. Приятного аппетита! Оставайтесь на моем канале, берегите себя, берегите своих близких, не болейте.